Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я, как всегда, продолжаю делиться информацией. Это видео по инвест-проекту BTC Investment. Значит, инвест прекрасный. Я сегодня буду заказывать сейчас второй вывод уже за день. Как бы, да? Я утром вот записывала видео. Хочу напомнить, здесь инвестиционный план. Значит, 117% за 24 часа. Минимальный депозит от 10 рублей, а в USD от 20 центов. Я вкладывала в рублях. И вывод такой же самый, от 10 рублей и от 20 центов. Так, ну здесь калькулятор, можно рассчитать прибыль. Так, давайте я перейду в кабинет. Значит, у меня сейчас на балансе, так, 33-37, вот баланс аккаунта. Значит, сегодня я сделала вывод, утром проверила на вывод. Так, вывести средства. Так, вывод, вот я выводила 21,93, выплачено. Значит, и сейчас вот у меня на балансе 33,37. Я хочу поставить также на вывод. И я хочу, естественно, еще пополнить. Значит, 33. Так, точка. 37. Так, PR у меня по умолчанию стоит. Нажимаю «Вывести». Так, выплата произведена. Проверьте кошелек. Переходим на почту. Пожалуйста, 3305. У нас PR берет комиссию. BTC Investment. Комментарий. Изумительно. Так, все замечательно. Все платит. Далее, что? Мои депозиты. Вот один депозит мой. Вчерашний, секундочку. Моя реклама. Вот. Вчерашний, что я зарегистрировалась, мой депозит отработал. Видите, завершен. Этот у меня еще работает. 8 начислений из 24. Я хочу еще закинуть полтинничек. Значит, что я хочу? Так. Где аккаунт? Инвестировать. Эту сумму я стираю. И 50. Так, здесь нет пин-кода, как в прошлом проекте. Я покопалась в интернете. И не знаю, правда это или нет, что этот проект от того админа, который вот у нас был недавно проект, что отработал, сколько он там, 17-18 дней. Но там он давал бонус. Тысячу, может, кто помнит, 1000 при регистрации под 1%, по-моему, и еще 100 рублей за реферала. Так, нажимаю инвестировать. Так, ну, тут как бы все по шаблону написано. Нажимаю платеж, подтверждаю, и дальше по схеме. Вот меня сразу перенаправили обратно в кабинет и в раздел «Мои депозиты». И вот мой очередной депозит. У меня этот еще в работе и вот этот в работе. Вот. Завтра утром я опять буду делать вывод. Значит, что еще? Отзывы. Я еще отзыв не забыла. Я тот отзыв забыла. Этот бы не забыть оставить. Как бы для продвижения проекта, конечно, это нужно делать. Вот люди по 345 выводят. Вот кто-то, смотрите, 1411. Ну, каждый вкладывает столько, сколько он может, я считаю, правильно. Я сильно большими деньгами не владею. Вкладываю столько, сколько есть. Вот. По 3000, как мы видим, да?
Вот, и вот выводят и по 11 рублей тоже. Вот. Можно тут уже много выводов, конечно. Вот. Я, бывает, по 10 рублей вкладываю в инвесты. Вот. И уже у меня на балансе 2,44, уже денежка капнула. Вот. Ну что, проект, конечно, супер. Кому интересно, присоединяемся. Завтра я буду делать новый вывод. Возможно, запишу видеообзор. Вот, всем удачи. До новых встреч.